В штабе волонтеров принимают большую доставку из пункта распределения адресной помощи. Продукты первой необходимости привезли в Красногорск для дальнейшей доставки жителям округа, которым в период эпидемии приходится особенно непросто. В рамках помощи губернаторам нами получено 638 наборов продуктовых. Это для пенсионеров старше 60 лет, которые находятся на самоизоляции, малоимущие лица, кому не могут дети, внуки привести какую-либо помощь. Мы раздали на сегодняшний день 628 наборов уже. И также муниципалитет закупил 90 наборов на средства спонсоров, также для этой категории. Формируют наборы сами волонтеры. В каждую коробку с питательной помощью отправляются несколько видов продуктов – от муки и круп до чая и сладостей. В общем, снедь не хитрая, зато востребованная. Поступает очень много заявок от наших пенсионеров, которые в данный момент не могут выйти из дома, да, и боятся. У нас несколько волонтерских бригад. Каждая бригада в день где-то отвозит по 5-7 наборов таких. Антон Гущин как раз в числе тех, кто отвозит продукты по адресам. Кроме того, волонтер доставляет покупки по просьбам одиноких пожилых жителей Красногорска. По заявке от пенсионерки ей купили список лекарств. Вот, доставляем на адресе в Павшинской пойме. В отличие от наборов, покупки по заявкам, конечно, не безвозмездные. За приобретенные лекарства или продукты красногорцы рассчитываются по чеку. Важно, что при этом они остаются дома. Соблюдать домашний режим волонтеры помогают еще и многодетным и малоимущим семьям. Им тоже доставляют продукты к месту жительства.